Один из последних съемочных дней. Вечерняя смена подходит к концу. Отдыхать команде сериала «Игрушка» некогда. Снимается одна из ключевых сцен. Солнце уже садится, и очень важно успеть отснять нужный материал, пока не стемнело. Работа над фильмом требует огромного терпения и трудолюбия. Несколько часов напряженной работы уходит на то, чтобы снять всего лишь одну сцену с захватывающей погоней. В сериале она займет меньше минуты. Начали! Стоять! Стоять, сказал! Не уйдет, тупик там! Стоп! В кадре 2-3 человека, а за спиной оператора их несколько десятков. Гримеры, костюмеры, специалисты по свету, декораторы. В команде как столичные гости, так и ульяновцы. Для Надежды и Ивана съемка в «Игрушке» стала очень ценным опытом. В театре ты играешь здесь и сейчас, и у тебя нет возможности переснять этот дубль. Вот. А в кино с этим дело обстоит немножечко проще. Если ты что-то сделал не так, всегда дубль можно переснять, всегда можно получше подготовиться и так далее. Подготовка больше, мне кажется, эмоциональная и моральная происходит. Потому что это же не театр, тут нет репетиции. Мы полгода не репетируем маленькую сцену. Мы пришли и на свежих эмоциях сыграли. Это очень страшно и очень здорово, потому что иногда бывают настолько живые эмоции, что ты даже от себя не ожидал, как ты так смог. Ульяновцы не только в кадре. Среди организаторов съемочного процесса тоже много ценных сотрудников. Например, именно ульяновские специалисты подбирают места для съемки, и, судя по всему, у них это выходит очень неплохо. Ведь съемочные группы приезжают сюда одна за другой. Это тоже не первый раз эта компания здесь снимает. В прошлом году было 3 сериала. В этом году 2, получается 5 минут тишины, и вот сериал «Игрушка». Хорошие люди, хороший, красивый город. Похоже, Ульяновск становится одной из точек притяжения на кинокарте России. Чем так привлекает наш город московских гостей? Да, Ульяновск мне показался милым, таким очень исторический центр. Я вот, правда, не был еще ни в каких музеях, но надеюсь, схожу. Ну и, конечно, Волга. Все стоит всех видов остальных. Очень красиво. Красота природы, самобытность исторического центра. Здесь можно снимать фильм самых разных жанров. И здорово, что мы теперь можем взглянуть на Ульяновск свежим взглядом через объектив кинокамеры. Ну а поскольку съемки сериала «Игрушка» подошли к концу, такая возможность представится нам совсем скоро. Яна Борзенкова, специально для взрослых новостей.